ребенка перепрыгнуть. Черные кулисы нельзя использовать, только в белые двери. И открывается фестиваль 15 апреля премьерой балета Родиона Константиновича Щедрина в хореографии Алексея Ратманского балетом «Анна Каренина». Хоть этот спектакль и был уже поставлен на нескольких мировых площадках, в России он не шел, и для нас это очень-очень интересная работа, очень интересный балет, и я, наверное, скажу абсолютно правильно и скажу абсолютную правду, что для наших балерин, для Дианы и для Ульяны, безусловно, это прекрасный шанс для того, чтобы продемонстрировать свое мастерство, свой актерский талант. Балет, конечно, об отношениях, балет о любви, балет о нравственности. Очень сложное полотно. Проще жесты, ребята. Все делайте одинаковые жесты абсолютно. Просто открывайте руки. Мне очень большое творческое удовлетворение доставляет работа с моим новым партнером, с которым я никогда не танцевала. Вам небезызвестный танцовщик Юрий Смекалов. Наш дуэт сейчас только рождается вот в эти репетиции. И я могу признаться, что мне доставляет эта работа радость. Спектакль, который нас соединил, наполнен очень непростым подтекстом. Мой партнер, который еще, в принципе, не сделал ни одной большой роли в театре, он еще молодой очень, и сразу окунуться в такое серьезное полотно и в такую серьезную роль Вронского — это Константин Зверев. И я удивлена и поражена, как этот молодой человек все воспринимает и как он работает. Поэтому для меня это еще и премьера вот моего партнера, потому что для меня прежде всего в балете очень важен дуэт. И, конечно, я всеми силами болею из-за него. Для меня это первая такая полнометражная работа с Алексеем. Если Диана встречалась, она знает его лексику, язык, и на лету схватывала какие-то нюансы и пожелания, то мне приходилось вгрызаться в эту хореографию для того, чтобы ее сделать абсолютно для себя естественной.